Всероссийская акция «Безопасное детство» инициирована уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой. Стартовала она 1 июня и продлится до конца лета. В рамках мероприятия проводятся рейды различными ведомствами в местах массового отдыха семей с детьми. 10 июля с осмотром на двух детских площадках побывали инспекторы Госадмтехнадзора. Посетили две игровых зоны в микрорайоне Дзержинец. Если родитель пройдет по периметру детской площадки, увидит сломанный элемент, необходимо обращаться на портал «Добродел» и по телефону, указанный на информационном стенде. Осмотром детских площадок в микрорайоне Дзержинец представители ведомства остались довольны. Игровые конструкции в целости, опасности не представляют. Инспекторы также рассказали родителям, как обезопасить отдых малышей в игровой зоне, раздали им листовки. По словам мам, полученными рекомендациями они обязательно воспользуются. Безусловно, важно, конечно, потому что иной раз смотришь, а даже не знаешь, кому позвонить и кому сказать. Конечно, важно. Цель акции «Безопасное детство» – предотвратить чрезвычайное происшествие в период летних каникул. Напомнить взрослым, что за безопасность детей ответственность несут именно они. Инга Лапикова, Павел Власов, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.